Ну вот, все, приехали на место. Сергиев Посад возле Троицкой лавры. Ох, какой тут пруд! Красотища! Обалдеть! Плавали же где-то лебеди, я сейчас уже не вижу. Вон белый лебедь, прям по центру. Ай, красотища! Ну вот, ребята, хоть виртуально, но тоже, кто не был, побываете в Сергиевом Посаде, еще и в лавре. Блин, красиво. Ухоженный такой город, кстати. Аккуратный такой. Блин, прикольно. Такой, как сказать, более спокойный, что ли. Хоть вроде и машин много, движника, но как-то спокойнее люди. Меньше спешат, чем в том же Владике. Вот Анап. Анап. Так, тетя Наташа. Чтобы у вас, мальчишки, все хорошо было. Спасибо. Мы за вас кулачки будем держать и молиться. В лавре сейчас пойдем, поприкладываемся. Пойдемте. Хорошо. Пошли, Ром. Спасибо. А ты куда идешь? Вон туда же лавра. Это были родители Ромки. Другана моего, с которым мы двигаемся вместе. Утки! Кряквы, блин. Пойдемте, мальчишки. Виктор. Оу. Пальчики тебе. Подписывайся на канал. Ставь колокол. Лайка. Подписка. О. Это... Так, это кто у нас? Это защитником Отечества. А, да? А я думал, это Кирилл и Мефодий. Ну да, написано. Защитником Отечества. Березы, кстати, здесь в западной части России прикольные. У нас таких нету. Плакучие березы, в общем. Я их так называю. Скрестили березу и эту. И плакучую иву. А? Ну, плакучую иву, говорю, и березу. То есть у нас как-то вот таких нету берез, вот, да, таких плакучих. У нас в огороде плакучие березы. Ну, редкость, в общем. Это мы привезли. Да больные что-то голуби здесь. Больные. Ты чё? И вон они больные, видишь? Сюда. Крендель. Да не трудно, там же не надо, а то знаешь, правда. Этих заразу. О, утки. Утки, лебеди. День народной игрушки. Так, я сейчас камеру, наверное, по-другому включу. Что-то я вертикально ее сделал.